Одна копейка 1912 года. На реверсе видно разделение поля монеты на внутренний диск с кольцом из точек и внешний обод. В центре между двумя пятиконечными звездочками указан номинал монеты, цифра 1. Под ней надпись «Копейка». Ниже под горизонтальным орнаментом с кружком посередине мелкие буквы «С.П.Б.», знак Санкт-Петербургского монетного двора. На внешнем диске вверху вдавленная надпись 1912 года, год чеканки. Ниже слева лавровая ветвь, справа дубовая. Внизу ветви связаны бантом в единый венок. На аверсе малый государственный герб Российской империи, образца 1856 года. Под большой имперской короной двуглавый орел, коронованный двумя императорскими коронами. Все три короны соединены орденской лентой святого апостола Андрея Первозванного и символизируют три покоренных царства – Казанское, Астраханское и Сибирское. На груди орла московский герб, щит с изображением святого Георгия Победоносца верхом на коне, копьем поражающего змеевидного дракона с крыльями. Вокруг щита – цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного. На поднятых и распущенных крыльях орла размещены гербы царств Казанского, Польского, Херсонеса Таврического, соединенные в один герб гербы великих княжеств Киевского, Новгородского и Владимирского, царств Астраханского, Сибирского, Грузинского и Великого княжества Финляндского. В правой лапе орла скипетр, в левой держава, символы государственной власти. Вокруг герба широкий обод, состоящий из двух частей, соединенных вместе ромбовидным узором. В верхней части выпуклая надпись «Медная российская монета». В нижней вдавленная надпись «Одна копейка». Гурт трубчатый. Монета образца 1867 года, отчеканена из меди. Вес 3,28 грамма. Диаметр 21,7 миллиметра. Толщина 1,2 миллиметра. Чеканили монету на Санкт-Петербургском монетном дворе тиражом 31 миллион 850 тысяч 9 штук. Средняя цена 120 рублей. Конкретно эта монета куплена также за 120 рублей.